Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и продолжаем играть в Far Cry 4. И так как на джойстике нет вызова меню, я вызываю так, и я хотел бы изготовить себе лишнюю кобуру. И изготовить, допустим, сумку с приманками и бумажник, чтобы носить как можно больше денег. Но так как денег у нас так не очень много, поэтому мы с вами сейчас направимся на буковку L к священнику, который занимается торговлей с оружиями. Ну что ж, это достаточно хороший священник, наверное. И бам-парам-па-пам, я опять иду. Уху! Индусский таксист. Да, рок-н-ролл. Черт возьми, нифига не вижу, но это очень круто все равно. Давайте по горам, прям вообще пойдем навстречу всем приключениям. О-хо-хо-хо. Да! Нет, не заваливайся! Мы едем. О, надо помочь. На, просто убили. Меняем лук на автомат. Автомат, конечно, круто. Да и лук тоже круто. Нет, не уходи. О, привет, пейджер. Давайте поговорим. Я жива. Спасибо. Да, не за что. Дали бабло нам даже. Каждый может дать бабло, подождите. Нет, только одна отдала бабло, а остальным пофигу. Так, что у них, ничего нет больше? А, я обыскать его хотел. Жгут. Ну, конечно, лук побачу будет. Где вы орла увидели? Че стреляете-то? Ладно, пусть стреляет, а мы вот на вот этом вот направимся дальше к буковке L. О, мама мия. Мама мия, радио свободно. Так, погнали. Прикольно. Вообще классно. И графика такая замечательная. Но мне нравится ее. Ох ты, боже ты мой. Так. Давайте. Ох, ха-ха. Чёрт. Тормози нормально. Что-то радио какое-то играет. Да. Ой. Что случилось? Где мы? У нас горит красная кнопка, наверное, это индикатор. Ты, боже ты мой, вылазь быстрей. О, да. Погасить огонь. Вот и. И для лечения, как он лечится? Просто вкалывает себе какую-то очередную хрень. И лечится. Торговец, ты чё присел-то? Торговля, охотничий лук. Продайте товар на сколько там миллионов. Давайте быстрая продажа. X. Да, бесполезные штуки все продать, а полезные оставить. Пополнить боезапас за 15 тысяч. И купить, допустим, что можем. И бронежилеты, жетоны. У нас нет, не было бронежилета. Пистолеты, оружие уникальное. Уникальное оружие, песочный человек, допустим. Это у нас получается такой пистолет. Ух ты, прикольный пистолет. С глушителем. Штурмовик тут есть, винтовка, мы ее можем купить. И, в принципе, патрон. Ну давайте предметы тут. Где у него? Пополнить боезапас. То есть у нас получается с вами, вот видите, есть лук, а есть пистолет. Очень классный пистолет. Но так как у нас нету... А вон какой-то транспорт стоит. Хотел сказать, транспорт, а не того же стоит. Сядем в транспорт и поедем. Рули давай.
И... Ух ты ж. Срань, давай, гони. Уф. Почти приехали. О, да, ну прикольно, кстати, вот с деревьями. Все это лес прям такой тропический. Вся эта езда на машинах. Бля, а можно сделать вид какой-нибудь другой? Или только от первого лица? Ну, если только от первого лица, то... Опять какая-то стрельба у них тут ведется. У них тут что, постоянная стрельба? Ого, пулемет, круто. Не пойму, что за стрельба? А, они просто отстреливают оружие, которое священник... Священник, поставщик оружия, пришел, привез. Гранату он не берет. Что тут еще где-то было? Да, вон еще один сундучок. Проходит система, конечно. Так, и какая-то записка опять на дом. Дом моей молитвы. Давайте пистолетом войдем, что ли. Дошли. Брат мой, я Лонгин. Хрена себе, какая у тебя церковь. Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кроткие унаследуют землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевление. Фига себе, религиозный продавец оружия. Сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил, и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва, воина. Круто. Тогда я подумал. Когда Сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Христос вернется, чтобы снять 7 печати и принести упокоение. Он вернется в образе льва, да? А льву... Прям морщинки видно. Что бы выбрал Иисус? Ага, Иисус бы выбрал АК-47. Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша! А может... Притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что воин ты... Воин знает! Воин всегда знает! Че ты не понимаешь? Бери оружие и все. Покоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля... Наказ за каждый рупор лжи, пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай. Губы у него как-то треснули и зубы. Вот. Держи. Это за первый. Банабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезь это! И сказал он. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Круто. Куда идти-то? Так. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Вроде убил. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять. Хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя. И Швари огорчилась бы.
Да, вот так вот. А в альтернативной концовке он как бы говорит, что вы сынок, мы семья вместе. И так далее. Мне нужна ваша машина, ребята. Не знаю, как вы на это скажете, что... Но я, пожалуй, ее заберу. Так, давайте. Вот. Вперед. Сейчас доедем до точки назначения. Меня преследуют какие-то мрази. Ну, ты сразу-то, а? А стрелять-то я не могу. Кинул на них мясо кусок. А, могу стрелять. Вот, уроды. Блин, куда еду? Еду нормально. Давай, давай. Давай, вперед. Так, все, вылазим. Вылазим быстренько. И бежим к точке. Я здесь, Сабал. Помощь нужна? Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Обыскать? Мешок с рисом взяли. Замечательно. Нам он как раз сейчас, кстати, этот ваш мешок с рисом. Так, освободите деревню от солдат армии короля. На! Да? Нет, нет, нет! Убить тебя будет просто. На, быстрое убийство. Отлично. Уху! Куда он бежал-то? Какой интересный. Расправьтесь с подкреплениями. Какими еще подкреплениями? Ого! Это поинтереснее будет. Целый вертолет. Левые, уроды. Отлично. Вон еще ребята, да? Тут где-то высадились. Отлично. Удерживают для лечения. Палец взял, выправил. Хрена себе он. Они идут к общине Пука. Там осталась Бхадра.
Аджай, спаси ее! О, Гарда, это кто? Кто такая? Девушка, что ли, наша, или которая, может, стоит наша девушка? Он уродец. Ха-ха. Камикадзе такой таки. Харда, я тебя спасу. Где Ректана? Найти вход здания. Может, так просто не найти. Ах ты. Нет, сюда не пойду, я сгорю. Через верх. Давай, ай, быстрей. Кадра! Кадра, где ты? Че, он нашел ее? Да, нашел. Варда, маленькая девочка. Сестра, видимо, той. Керасия, это стоило того, чтобы вот так выбежать, упасть. Я в порядке. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Так мило, соусвит. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Печально. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Да, деревню, конечно, покоцало. Здесь были дома. И жили люди. А теперь здесь царит смерть. Дома мы отстроили. Но кто воскресит погибших? Да, кто воскресит погибших. И при этом торговцы, как жили припеваючи, так и живут, судя по всему. Брат, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Панапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Ну, Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников – это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать... Торговаться. Прикиньте, торговля просто за ящиком. Это странно, конечно, инъекции здоровья куплю. Бронежилет. Ну, улучшение попытанцев, не знаю, не покупается. Оружие мы, вот, допустим, разблокировали дробовик, и мы лишь можем его в кобуру настроить, получается. Никакие настройки тоже не можем сделать. Хотя можем настроить наш дробовик, допустим, сделать его как вода. Да, по кайфу, что все-таки такая краска. И вот наше уникальное оружие, которое тоже, по сути, ну давайте его вот сюда поставим. По сути, он не настраивается. Или настраивается? Нет, мы нельзя улучшить его и так далее. Он такой, знаете, золотой. Хотя, хо-хо-хо, а что у нас еще есть? Слонобой и перфоратор называется. Это, видимо, с дополнением шли. Шикардос. Этих беру. Спаси заложников, брат. Как вам перфоратор? Как его достать такой? Пейган за это ответит. Клянусь. А чё он не стреляет, не хочет брать? То есть получается сейчас... А, ну тут может какая-нибудь мирная территория. А, ну все, взял. Ого! Перфоратор, черт возьми. Вот это я понимаю. Ладно, там какие-то проблемы, заложников надо освобождать. Ой, стой, стой, стой. Не хочу, не хочу так, не хочу так. Хочу на аэроплане. Есть такой. Это же был.
валялся, прям виден. А может и нет, слушайте, тут его. А, вон он, вижу. С Far Cry 3, я помню, как это было круто. Как он называется? Не пишет. Главное разбежаться. Да, надо вот так вжух набрать. Ну, слушайте, очень круто. Просто шикарно. Сейчас я как-нибудь так... Вот, на себя. Листья, деревья. Приехали. Ну, ладно, зато у нас вон... Так, а тут что-то много сундуков. На удивление. По крайней мере, тут показаны какие-то сундуки. Может, это где-то под землей. Какие-нибудь пещеры есть. Потому что-то я так ничего не увидел, когда сейчас мимо проходил. Перфоратор. Ну, ни хрена себе пушка. Причем бесплатно. Дали самую мощную пушку. Круто. Особо так быстро не бегает. Как хотелось бы. Слушает музыку, радуется жизни. Давайте сядем в машину нашей мечты. Тоже играет музыка какая-то индийская. Надеюсь, индийцы не дадут за нее авторских прав, что я сомневаюсь. Ох ты, боже, вожу как. Параш, смотри, прикольно. Хомуты такие на руль наклеены. Какое-то оружие там. Какой-то знак оружия. Контрольная точка. Отлично. Так, ну давайте ее освободить. Заложников. Убейте охранников, спасите минимум 2 заложников. Минимум. Вообще, в принципе, можно пометить их всех. Нельзя брать чужое. Все. Ну, грубо говоря, такая быстренькая миссия. Они в безопасности, Сабалт. Мой отец гордился бы тобой. Это все. Он создал золотой путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги золотому пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Фига себе, мы, грубо говоря, все это делаем ради какой-то Лакшманы. Да посралась она нам до того места. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего, ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Выделят нам подкрепление. Хрена себе какое.
Вообще просто красавчик. Ладно, дорогие друзья, давайте мы на этом закончим данную.